Всем привет! В этом видео хочу вам рассказать и показать, как можно получить вещи в компании Faberlic стоимостью порядка 6000 рублей всего лишь за 1 рубль, но вместе с доставкой 10. То есть это все равно несравнимая сумма по сравнению со стоимостью товара, который представлен у нас в каталоге. Я сейчас говорю о накопительной программе. Я уже снимала о ней видео. Накопительная программа – это программа, когда ваши баллы, оплаченные за заказы, попадают в кошелечек, и вы их обмениваете на товары. Если делать заказы каждый каталог, то ваши баллы будут копиться. И можно накопить их такую сумму, чтобы поменять на очень-очень хорошие вещи. Если вы делаете заказов каждый каталог на 50 баллов, то за год у вас накапливается за 18 каталогов порядка... Сколько это у нас будет? 900 баллов. То есть это уже очень хорошая сумма, которую можно поменять на очень хорошую вещь. Более мелкие баллы можно поменять на более недорогие товары. И все они представлены в накопительной программе в вашем личном кабинете. Рядом с вашим именем в правом верхнем углу, если вы посмотрите, вы увидите изображение такого мужского портмоне. Раньше был женский кошелечек на таких бусинках, застежках. А сейчас это мужское портмоне, и рядом с ней цифры. У вас либо 0, либо какие-то цифры. Вы можете нажать, пройти, посмотреть, как в этой программе участвуют, как баллы копятся, как они сгорают, если вы не делаете заказ. Либо как их обменять и на что. То есть прям есть целый список товаров. Вы можете посмотреть, захотеть что-то и начать на это копить. Ну а я покажу, на что я обменяла свои баллы. У меня их за несколько периодов, ну я не знаю даже за сколько, накопилось порядка более 2000 баллов. И я периодически обменивала их на какие-то товары, которые я хотела протестировать и не хотела тратить на них деньги, поскольку они были спорные, под вопросом. Ну, а сейчас я заказала достаточно крупные вещи и осталась ими очень довольна. Это вещи из коллекции компании Flaranche. Сейчас на сайте представлено очень большой ассортимент продукции Flaranche. Буквально недавно произошло пополнение накопительной программы товарами этой марки. И я заказала себе сумку и перчатки. Ну, давайте начнем с более мелкого. Это перчатки. По-моему, 700 баллов я за них отдала. И вот в таком мешочке они пришли, и дальше еще, видимо, как мешочек для хранения, вот такая красная сумочка с утяжкой. То есть здесь предполагается хранить перчатки. Перчатки из натуральной кожи, серого цвета и вот с такой опушкой. Опушка, конечно, смотрится немножко смешно, она из искусственного меха, но я думаю, что я ее вычешу, и она будет очень хорошо смотреться. Перчатки на подкладе, на флисовом, на черном. И натуральная кожа серого, вот такого антрацитового цвета. У меня давно не было перчаток из натуральной кожи. Я как водитель не покупаю их, потому что кроме как без машины я не ношу перчатки. Ну, потому что я либо дома, либо в помещении, там, либо в машине. Поэтому покупаю то, что не жалко. Да? В машине бывают ситуации, когда нужно отскрести снег, почистить, помыть стекла, еще там что-то, и дорогие перчатки для этого очень жаль. Не покупала очень давно, и тут решила обменять баллы, поскольку они у меня болтаются очень много времени, и ну, захотелось уже их потратить. И вот так выглядят перчатки на руке. У меня размер S. Артикул моих перчаток 29-13-02. Это то, что написано вот здесь на бирке. Ну и посмотрите. У меня очень часто проблема при покупке перчаток – это большой палец. Большой палец, который, вот эти все пальцы нормально, а большой всегда торчит. Здесь все в порядке, все швы хорошие, перчаточки кожаные. Они даже пахнут кожей, то есть здесь ни с чем не спутать. Немножко большеват мне средний палец, здесь есть пустое место. Но это не страшно, это не смотрится как-то неестественно, поэтому... Я ставлю этим перчаткам пятерку за 10 рублей. Это просто подарок от компании. И я очень рада, что у меня эти перчаточки есть. Ну, на самом деле, вот эту вот крыску я, конечно, постараюсь получше вычесать. Но при контакте с шубой или с пуховиком все равно это будет немножко закатываться. Ну, и знаете, как говорится, за 10 рублей
Очень даже неплохо. Плюс ко всему у меня есть серебристый снуд. В общем, все серенькое мне подходит. Ну и второе мое приобретение за баллы. Это вот такая сумка, которая даже в кадр, видите, еле входит, приходится отходить. Замечательная сумка, по-моему, 865 баллов я отдала за эту сумку. Она из натуральной кожи. И я смотрела видео Ольги Рогалевой, которая тоже обменяла, по-моему, на баллы сумку. И, может, не обменяла, может, купила, точно не помню, но она засомневалась в качестве. Там целые опыты проводила по поводу узнать, действительно ли это кожа. У меня сразу сумка при распаковке пахла натуральной кожей. Не сильно, но никакого постороннего химического запаха не было, а запах кожи был. Сумка упакована, сейчас вам покажу, тоже вот в такой мешок для хранения. Дальше она была упакована в мешок. Это сейчас, знаете, как в сказке про Кощея Бессмертного, где смертью Кощея и что в чем лежит, 10 вариантов, да? Вот здесь также мешок, потом еще мешок, потом картонки, потом вот такой тонкий пергамент. И затем все, наконец-то я докопалась до сумки и достала. Замечательная большая сумка, я люблю такие, которые держат форму. В таких сумках у меня нет проблем найти то, что мне нужно. А вот в мягких, в мешках у меня проблема есть найти, что там лежит. Артикул у сумки 6000 ровно 54. Написано, что верх 100% натуральная кожа, подкладка 100% полиэстер, фурнитура сплав недрагоценных металлов. Фурнитура золотистая, но не противного желтого цвета, а приятного. Ручки регулируются. Я их еще не распечатывала. Есть небольшое пространство для регулировки. Здесь всего три дырочки. Обработка вот эта вот, честно говоря, мне не нравится, когда запаивают швы. Бывает, что вот эта вот штука отклеивается и выглядит не очень презентабельно. Но я надеюсь, что здесь ничего такого не произойдет. Сумка на замке. Я терпеть не могу сумки, которые просто вот здесь на кнопочку застегиваются. Это было для меня важно при выборе. Ну и вот эта фурнитура здесь тоже заклеена пленочкой. Я ее снимаю при вас, показываю. И вот так красиво очень смотрится сочетание такого сливового цвета и культурного золота, мне очень нравится. Ну и что внутри? Внутри я сейчас уберу бумагу. Очень много бумаги. И что же у нас внутри? Значит, здесь есть на кружевном таком подкладе надпись «Флоранж», замок. Вот этот замок у меня всегда мне нужен. Я сюда и телефон кладу, или ключи. Также для телефонов здесь есть два кармашка, но я не знаю, есть ли у кого-то такие телефоны в наше время. Лично мой сюда точно не войдет. Ну, кармашек достаточно небольшой, вот я вам показываю весь его размер. Ну, а соседний это точно для помады или для блеска для губ, потому что таких телефонов точно не бывает. Ну и что еще здесь есть? В середине есть такое в виде мешка отделение, оно не жесткое, а просто мягкое, тряпичное. Вся подкладка с надписями «Флоранж», не знаю, видно вам или нет. Ну и достаточно широкое дно у этой сумки. Посмотрите, тоже ножки у сумки есть, чтобы не обдирались ни уголки, ни дно. И вот такие золотистые ножки. Замечательные, красивые. В общем, все замечательно. Сбоку она, посмотрите, ну, сантиметров 15 получается, да? Вот, если посмотреть на то, как расходится у меня рука, это сантиметров 15. Ну, все, я очень довольна двумя этими своими приобретениями. Девочки, рекомендую всем копить баллы, делать заказы, каждый каталог не пропускать, чтобы накопить на что-то стоящее. Ну, а если вам это не интересно, то вы можете просто всегда обратить внимание при оформлении заказа на то, сколько у вас баллов в кошелечке, предположить, будете ли вы делать в следующем заказе каталога или нет. Если не будете, сразу же обменивайте, чтобы они у вас не сгорели. Всем большое спасибо за просмотр. С вами была Марина Соловьева. Регистрируйтесь ко мне в команду под этой ссылкой, и мы будем с вами вместе копить и вместе обменивать. Всем пока!